Доброго времени суток, с вами Антикэп, и сегодня я вам расскажу о фильме «Волна». Фильм полностью сделан в Норвегии, и это то, что вы должны хорошо запомнить. Норвегия очень красивая, это очень хорошо показано в фильме, но, как оказывается, у них есть свои проблемы и свои трудности. И именно с этими нюансами связано название фильма. Перед нами фильм-катастрофа со всеми вытекающими. Первые лишние 40 минут фильма, которые только нас готовят ко всему интересному. Главный герой похож на Нормана Ридуса, то есть нас знакомят с семьей главного героя, с тем, какие у него проблемы и тому подобное. Естественно, в глобальном смысле это лишнее. Когда же начинается ахтунг и включается сирена, она просто рвет. Отличный звук, меня аж до костей пробрало. Очень качественная компьютерная графика. Мне очень понравилось, как сделали саму волну. Но все, что дальше связано с людьми, имеет ряд стандартных недостатков. Это проблемы из-за детей, клише, тупые поступки и действия. Естественно, без животрепещущих совпадений тоже не обошлось. Ну и стоит ли говорить, что главные герои крайне везучие. Как видите, тут много недостатков, но теперь вспомните, что я говорил в самом начале. Это норвежский фильм. И если отбросить тот факт, что сделан он не в Голливуде, то можно совершенно по-другому взглянуть на это кино. И я советую так сделать. Потому что не каждое кино, сделанное в Европе, настолько качественное, настолько масштабное и настолько красивое. Его есть за что ругать, но хочется отнести со снисхождением. Потому что если представить, как он был сделан, за какие деньги и как над ним работали, и сколько труда в него вложено, все это заставляет задуматься. Все же рекомендую этот фильм к просмотру. Все, что связано с волной, вас точно не разочарует. С вами был Антикэп. Не забывайте про подписочку, лайк, комментарий. Вступайте в группы в социальных сетях, а также просматривайте другие мои видео. Спасибо за внимание. Увидимся.